Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами скульпторов, художников. Вот что мне удалось найти об этом художнике в интернете. Джеймс Доран Уэбб. Скульптор. Один из ведущих мировых художников-анималистов. И он уникален среди своих сверстников своим умением создавать монументальные скульптуры из давно засохшей древесины, которые выдержали испытания временем и стихией. Его общественные работы можно увидеть по всему миру, как на открытом воздухе в местах с высокой экспозицией, так и в закрытых помещениях в самых известных ботанических садах мира. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете. Создавал монументальные скульптуры для некоторых из самых уважаемых строительных компаний мира, таких как Канди Ткенди из Великобритании, Ванки из Китая и Примари Структурес из Филиппин. Это лишь некоторые из них. Структурная целостность его более масштабной работы подтверждается структурными планами и инженерными расчетами. Так написано в интернете. Ну, так вкратце, данных не очень много о скульпторе Джеймс Доран Уэбб. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.